Ребятушки включили гриль в розетку, включаем, жмем один раз. И ничего не произошло. Значит, мы не то включили. Берем другую розетку, вернее вилку, включили звуковой сигнал. Так, ставим на 220 и все, пускай нагревается. Идем в холодильник. Достаем чевапчичи. Вот. И делаем вот такой вот надрезик. Ух. Сила. Тут, видите, 6 таких сосисочек. Будем жарить ровно половину, 3 штуки. Но когда тут загорится зелененькое, ждем. Итак, на гриле у нас горит зеленый свет. Так, открываем его. Я прям рукой чувствую это тепло. И выкладываем чевапчичи. Как я вам говорил, выкладываем половину упаковочки. Ну, то есть 3 штучки. Так, что-то они у меня слиплись. Ух. А ну давайте, выходите. О. Раз. Закрываем. Выставляем таймер на 5 минуток. Этого будет достаточно. Вот эти закрываем и отправляем их в холодильник. И время пошло. Ребятушки, прошло 5 минут, прозвучал звуковой сигнал и видим, да, все мигает. И как мы видим, наши чевапчичи готовы. Так, вот эти две склеились. Разъединяю. Вот, как вы видите, прожарились равномерно с двух сторон. Так, давайте переверну. Вот. И вот такой вот специальной лопаточкой снимаем их. Раз. Два и три. Ух, огонь. Так, вот такая вот красота у нас. Вот такая вот получилась. Так, желательно сразу выключаем все это с розетки и сразу моем эту поверхность. Для этого, так, жмем вот тут кнопку, отсоединяем верхнюю поверхность. Так, взял тряпочку. Она все-таки горячая. Вот. И отправляемся в мойку. Сразу под холодненькой водичкой моем. Никаких моющих средств использовать не надо. Главное не давать этому жиру застынуть. Один раз вот так вот провели. И готово. И в конце вытерли салфеточками, либо бумажным полотенцем. И тогда вообще как новое стало. Так. Так, не, все-таки еще немного горячее. Сразу ставим назад в гриль. Поставили, защелкнули. То же самое проделываем с нижним. На кнопку. Взяли. Включили водичку губкой, стерли, так, все, и теперь сухим полотенцем протерли. Красота. Да, еще вам не показал, смотрите. Гречечка готова. Как вы знаете, гречка всему голова. Так. Положили. Защелкнули. Все.
Так, и если в этот поддончик что-то набежало, тоже его в моечку. Но его уже моем как положено. Так, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Приятного аппетита.